Стартовал этап Кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга». На дорожке вышли 163 спортсмена из 34 стран. В 32 лучших попали 3 россиянина. Все представители Башкортостана – Тимур Сафин, Тимур Арсланов и Аскар Хамзин. Последний по ходу турнира одержал победу над серебряным призером Олимпийских игр Алла Эльдином Абулькасемом. Ты выходил, четко знал, что буду делать. Немного, конечно, в середине боя провалился, там вот его начал пускать в атаку, но потом в итоге справился. Получился результат такой вот хороший, 15-14 выиграл. Пройти в следующую ступень смог только Тимур Сафин. Он в итоге стал бронзовым призером Кубка. Конечно же, ставил золото этого турнира, но немножечко не получилось, только бронза. Ну, есть над чем работать, есть к чему стремиться. Будем работать, стараться. И в дальнейшем, я думаю, уже эту медаль разменяем на более достойную. Золото угородца, серебро досталось Кассара, а вместе с Сафиным на третьей строчке Чункалон. 7 мая пройдет командное первенство. Трансляцию финалов смотрите в 16:00 на канале Русфенсинг ТВ.